В Эмбе прошел турнир в честь ветерана войны Костая Тыныштыкова. В соревнованиях борцов вольной борьбы приняли участие 11 команд из Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей. Всего состязались 190 юных спортсменов. На открытии турнира исполняющий обязанности акима Мугалжарского района Бекбулат Кульмагамбетов пожелал участникам удачи. В ходе открытого турнира были определены победители и призеры в 10 весовых категориях. Они были награждены кубками, медалями и дипломами.